Песочине полным ходом идет обустройство новой школы в микрорайоне Мобиль. Отделочные работы закончены, туда уже завезли мебель и оборудование для классов. Все это нужно собрать и установить до начала учебного года. Чтобы завершить работы к 1 сентября, к обустройству добровольно присоединились ученики и их родители. Эта школа, вот где для местных жителей, где учится мой ребенок, где учится ребенок моего соседа, то есть это общее дело. Они сюда идут, вот они в кабинетах работают с семьями, с детьми, с папами, с мамами. То есть это им действительно очень нужно, и они этому очень рады. И мало того, дети приходят, я хочу в школу, я уже хочу в школу. Деньги на строительство выделили из областного и государственного бюджетов. Здание возвели с нуля за 2 года. Оно соответствует всем современным стандартам. В школе предусмотрены 27 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, кабинеты с аудиотехникой и зоны отдыха для детей, в том числе для учеников с особыми потребностями. Бачимо, що ми в графіку, все робиться відповідно запланованих нами планів. Переходимо до облаштування також і зовнішньої території було поставлено. Забор. Плануємо встановити і спортивну площадку. Будемо працювати над тим, щоб у майбутньому зробити і футбольне поле, і штучним покриттям. В поселке открытие школы очень ждут, говорят местные жители. До этого в Песочине работало 2 образовательных учреждения. Коллегиум был переполнен 2 раза, а в школе количество учащихся превышало норму на 30%. Преподавательский состав в новом учреждении уже сформирован. Все в целом будуют сейчас новую украинскую школу. А перед нами стоит задание эту школу наполнить змістом, таким змістом, який би допоміг нам виховувати дітей так, як цього вимагає сучасність. Новая школа сможет принять 640 учеников. Уже сейчас набрали 550 детей. А до 1 сентября ее рассчитывают укомплектовать полностью. Тамара Данилова, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».